по субботам. О, ну все, теперь все хорошо. Как люди говорят? Нормально слышно? Марика? Да. Слышно? Звук пошел? Отлично. Я очень рада. Ну что, у нас в гостях Юрий. Он студент школы Мейсей. И специально для вас мы сейчас еще разочек с ним побеседуем. Юрий, расскажи, откуда ты приехал? Держи микрофон. Я приехал с Николаевска, Хабаровский край, Владивосток. Приехал в прошлом году, в ноябре. Здесь уже около... больше года уже учусь. Больше года в Чибе, да? Да. Ну и как тебе? Еще не захотелось назад? Нет, меня все устраивает. Тебя все устраивает. Ну вот когда студенты сразу приезжают в Японию, следующее, что им нужно сделать, это найти подработку. Да. А у тебя как все сложилось? Сколько ты денег привез? Насколько тебе их хватило? Как ты запланировал? И насколько актуально стояло вот поиск подработки в ближайшее время? Ну, это была очень актуальная проблема. Подработка нашел уже через месяц, полтора-два после приезда. Потому что денег у меня было на оплату только первого полугода обучения и примерно первого полугода общежития. Ну, то есть полгода ты спокойно мог жить. Да. А дальше уже либо возвращайся, либо что-то делаешь. Да? Либо найти подработку и оплачивать уже с помощью нее все. Это вполне реально. Так многие наши студенты нам задают этот вопрос. А вот можно я только на полгода возьму денег? И, ну, мы, конечно... Но лучше взять побольше, конечно. Лучше взять побольше. Да. Скрипя сердцем обещаем, но вот в реальности... Да. Чем больше при взятии с собой денег, тем проще вам будет здесь, в самой Японии. Потому что можно будет поменьше поработать, например, или побольше поработать, но останутся свободные деньги. Ну вот, приехал ты, значит, с уровнем... Около нуля. Знал катакану, хирогану, кану. Немного канди, базовую грамматику. Ну, наверное, даже до N5 уровня не дотягивал. А сколько ты занимался в России? Занимался с большими перерывами, около года. Но занимался самостоятельно. То есть нигде не обучался. Вот. Ну и довольно-таки как бы... Вот, и довольно-таки планы у тебя были как бы большие, да? Ну, планы, да, были большие. Обучиться японскому языку, найти подработку, закончить колледж, найти работу уже в Японии. Ну и по большей части все это уже реализовано. Все реализовано. Ну вот, а где ты, вспомни, как ты именно вот первый этот месяц, и как ты искал подработку, как ты ходил на собеседование? Ведь языка не знаешь, разговорных навыков нету, и сразу возьмите меня на работу. Ну, не верится. Школа помогает с поиском подработки, где именно как раз требуются иностранные студенты. Ну, особых проблем с общением на них обычно не возникает. Если не идти, конечно, в ресторан и бизнес куда-нибудь или в комбини, мне надо общаться с покупателями. То есть вот там, где ты сейчас работаешь, это что за место? Сортировка продуктов, вещей. Там вот как раз не очень нужно было знание языка, тем более было близко от общежития. Ну, это большой плюс, что не нужно тратить огромное количество там денег на и времени, что особенно. Времени, потому что некоторые около часа тратят только, чтобы добраться до подработки. А ты как добираешься? В основном на велосипеде, около 30-40 минут путь занимает. Скажи, ну вот твоя работа, она изнурительная, это трудная? Ну, работа физическая, поэтому поначалу было немного тяжело, уставал. Но со временем привык, нормально. Нормально, да? Ясно. Расскажи тогда о своей жизни в общежитии. Что это? Какая у тебя комната, да? Ну, в общежитии комнаты не очень большие. Есть общая кухня, есть общий душ, общий туалет, общая ванная. Есть столовая, где можно питаться.
если оплачивать, конечно, питание, 2 раза в день. Вот когда заселяешься в общежитие, что еще свое нужно докупить? Ну, при заселении сразу оплачивается еще постельное белье, футон, подушка, вот это все. В целом больше ничего и не надо. Но с собой, конечно, лучше привезти лекарства свои, какие-нибудь вещи первой необходимости, которые здесь уже можно будет сложно найти. Например? Лекарства, да? Ну, это лекарства. Очень важно, да. Я тоже до сих пор покупаю лекарства. Обувь. Если у вас большой размер ноги, лучше с собой обувь привезти и дополнительную пару. Потому что здесь тоже сложно найти. Да, наверное, я не думала об этом. О, хороший совет, да. Хорошо. Ну вот живешь ты в общежитии, там у вас еще питание. Да. Двухразовое. Ты прямо встаешь, идешь и ешь, и утром, и вечером, да? Или получается так, что оплатил, но поесть не получается. Такое есть? Иногда, конечно, пропускаю, особенно по вечерам. Потому что иногда перед работой подольше поспать хочется. Поспать хочется перед работой, и идешь голодный на работу. Обычно покупаю что-нибудь с собой по пути, чтобы перекусить уже на работе. Ну, понятно. А отказаться тогда от ужина нельзя? Именно от ужина нет, только если полностью. От завтрака и от ужина. Понятно. Ну, расскажи, вот год ты здесь пробыл, дальше какие планы, какие тебя сейчас... перемены в жизни наступают? Ну, из перемена в следующем году уже заканчиваю языковую школу. В следующем месяце? Да. Также в следующем месяце планирую уже переехать в отдельную квартиру из общежития. Можно девушек приводить будет, да? Можно, да. А сейчас сюда нельзя же, да? Сейчас нельзя. Ну, понятно. И готовить что-то самому, да, чтобы наедаться? Русскую кухню. Будешь готовить? Свою любимую. Ну, классно. Ну что, спасибо за интервью. А на какой факультет ты поступил? IT-курс. IT-курс. Да. Ну, самое такое перспективное направление. Да. Ну, думаю, что и дальше все будет складываться. Да, надеюсь, тоже. Как нельзя лучше. Да, спасибо. Спасибо за интервью. Так, теперь я хочу пригласить господина Йошиока-сан, который представляет школу колледжа, вот, как раз того колледжа, который поступил Юрий. Вот туда еще бы доска. Ребята, слышно нормально? Вот. Ну хорошо, что все слышно и видно. Спасибо, что дождались. Вот такой вот у нас был интересный собеседник Юрий из города Николаевск-на-Амуре, из Дальнего Востока. Как раз вот мой, так сказать, земляк. Я из Владивостока, а он немного выше, Хабаровский край, по соседству. Интересно то, что вот есть люди, которые приезжают из Москвы, у них там определенный уровень зарплат, а есть люди все те, которые живут вот за пределами МКАДа, там определенные и другие зарплаты, и другой уровень жизни, и все-таки вот, ну, очень радостно, что из Дальнего Востока тоже сюда люди приезжают. Причем Юрий накопил всего лишь на полгода обучения и полгода проживания, и вот за эти полгода он попытался с подработок заработать еще деньги, чтобы дальше поступить в колледж, что ему удалось. И дальше у него здесь будет, видимо, после колледжа трудоустройство. Ну, надеемся, что хватит ему сил, главное, финансов, доучиться и, в конце концов, получить работу. Итак, колледж. Семонга Кодес, не? Донна Гакубари Маска. Какие же еще факультеты есть, кроме IT, в этом колледже? Дозу. Хай. Коре втари дева. Ща. А, わかりました. Хай. Аратамемаште, Йошиока то мошимас. Йорошику онегайшимас. Меня зовут Йошиока, я представляю два колледжа, Нихон Коксай и Нарита. Хай. Хай. Кёва не, сэммон катэ но ванаши о штай на то моун дес га, ма, Юри-сан митай ни, Нихонго гакку о соцуё ште кара, сэммон гакку ни нюгак суру, ти но мочирон декиру дес га, ロシアから直接専門学校へ留学するっていうこともできますので、その辺を今日はお話したいと思います。
Один из способов поступить в колледж – это как сделал Юрий. Приехал в Японию, отучился в школе японского языка и поступил в колледж. Другой способ – это получить в России уровень японского N2 и затем напрямую сразу поступить в колледж. Оказывается, такие варианты тоже есть. А для тех ребят, которые уже учились в Японии, но уехали в Россию и все-таки хотят вернуться, можно и с уровнем N3, оказывается, напрямую поступать вот в колледж, где работает Йошиока-сан. 今日お話しするのが日本国際工科専門学校とそのグループ校の成田筑波航空専門学校どちらも留学生だけのコースご用意してますのでご説明させていただきます。 Наша организация образовательная имеет два колледжа, один Nihon Kokusai и второй колледж Нарита. まず場所なんですけど、日本国際があるのが千葉県の新松戸っていう町にありまして、 新松戸は例えば東京駅までだいたい電車で40分ぐらいの距離にある学校です。 Наша школа расположена недалеко от Токио в соседнем районе Чиба на станции Шинмацудо. で、同じグループの成田筑波航空専門学校は新松戸駅からね電車で15分ぐらい、こちらも東京まで比較的近い場所にあります。 А второе училище расположено на станции Чиба-Теннодай. Это 15 минут от школы японского языка. 次に今私の専門学校で勉強している学生についてなんですが、全部で20カ国地域から約1300人の留学生が勉強しています。 Наш колледж международный. В нем обучаются студенты из разных стран. И их довольно-таки много, 1300 человек на данный момент. Пока русских студентов не было, и с этого года, с апреля, вот три человека, друзья Юрия, Юрий и еще два его товарища поступили в этот колледж. 続きまして勉強する期間についてなんですけど、2年間専門学校で勉強して卒業します。 В колледже можно заниматься 2 года, и после этого уже дальше решать, чем заниматься. また勉強する時間が少し特徴的なんですが、午前だけのクラス、または午後だけのクラスに分かれていて、希望す、まあ好きな方を希望できるようになっています。 Огромным преимуществом является то, что вы можете выбирать, в какую смену заниматься. Например, если в школах японского языка вас уже распределяют и ставят перед фактом, либо ты с утра, либо после обеда, и ты потом уже свою жизнь каким-то образом формируешь относительно учебы, то здесь вы сами выбираете. Хочу, работаю с утра, зато буду учиться после обеда. Хочу после обеда занимаюсь, но с утра работаю. То есть это очень-очень удобно. はい。続きまして、コース、勉強できるコースについてなんですが、日本国際で3種類、ビジネス、IT、ホテル、そして成田筑波でエアラインの勉強ができるコースがございます。 Сейчас мы подробно остановимся на каждом факультете. Их всего 4, и они все довольно-таки популярные и обладают хорошей трудоустройство после них очень хорошее. もう少し詳しくご説明をします。で、まずビジネスのコース、なんですが、こちらは私の学校で一番人気のある、たくさんの学生が勉強しているコースです。 Самый популярный факультет – это бизнес-менеджмент. Почему? Во-первых, когда ты получаешь рабочую визу, то здесь твой профиль и профиль компании должны совпадать. Если, например, ты учишься на аниматора, то должен поступить обязательно в компанию по аниме. А если ты учишься на факультете бизнес-менеджмент, то в какую бы ты компанию ни пришел, рабочую визу тебе дадут. То есть это закрывает много-много проблем. Чему там учат? Менеджменту, экономике, будет японский
и программирование. То есть, ну, довольно-таки общую информацию вы на этом факультете получите. でコースのどんな勉強をするかなんですが、右下の円グラフにあるんですけれども、まあ、ビジネスの勉強として、例えば経営、まあ、将来自分で、ビジネスやりたいですとか、あとは経済の勉強、あと販売士、何か商品をお客さんに売りますという時に必要になってくる知識であったり、あとは通訳の勉強を、まあ、ビジネスの勉強としてしていきます。で他にもですね、日本語の勉強も、結構する時間を取っているっていうのが特徴の一つです。А, на факультете бизнеса вы сможете получить знания по основам торговли, по основам продвижения бизнеса, немного экономики и какие-то переводческие знания вам тоже дадут. Определенно вы будете практически все время изучать японский язык, улучшать его. であとは IT の勉強も少し、まあ、IT といっても、パソコンの基本的な操作であったりとか、よく使う、ソフトウェア、アプリケーションの使い方っていうのを勉強して、日本での就職を目指していくコースになっています。仕事に関しては Excel とかそういうようなソフトとか、はい、そうです、日本語で学ぶんですね。そうですね。Что касается IT, то здесь вам будут преподавать такие самые распространенные софты, как Excel, Word, в общем, все, что нужно для, для работы в японской компании, но на японском. То есть вы будете уже понимать Word, но на японском языке. А теперь следующий слайд, пожалуйста. А теперь о курсе IT. Следующий слайд, пожалуйста. はい、IT のコースは、まあ、私の専門学校で実は一番、自信のあるコースです、はい、なんでかというと、まあ、もともと日本国際は IT の専門学校として始まった学校ですので、IT に詳しい先生たくさんいます。コース IT это тот курс, которым мы можем гордиться. Вообще школа Nihon Kokusai именноBыла создана для того, чтобы преподавать IT. И здесь изначально собрались очень сильные преподаватели по IT. Поэтому мы гордимся нашими выпускниками и рекомендуем его с уверенностью. IT の勉強、具体的にどんなことをするかというと、プログラミングを中心に勉強していくコースになっています。でプログラミングなんですが、まあ、基本的なところからしっかり勉強していくコースなので、まあ、経験がない人でも大丈夫なコースになっています。На курсе IT мы учим программированию и начинаем его с азов. Но это не значит, что те, кто уже умеют программировать, на него, ну, им не стоит на него поступать. Они могут поступить, и именно их вот отточат под японские компании. はい、で IT の勉強中心なんですが、ビジネスのコースと同じように、日本語の勉強であとはですね、ビジネスの勉強っていうのは、まあ、日本の会社で働く上で必要な知識、まあ、マナーとかそういった勉強もして、まあ、IT 企業を中心とした日本の会社での就職を目指していくコースです。И к программированию мы добавили немного занятий по бизнесу и, конечно же,занятия по японскому языку, потому что, ну, жить и работать вам в Японии нужно на довольно-таки высоком уровне. はい、続いてホテルマネジメントコースなんですが、こちらはまあ、当然ですね、卒業したらホテルでの就職を目指していくコースになっています。Ну, с отелями все понятно. Те студенты, которые хотят работать в отелях, могут поступать на этот факультет. Дело в том, что если Японию откроют, то приедет очень много туристов из разных стран и специалистов в раз и людей с те, которые говорят на разных языках, здесь, ну, не хватает, и они будут востребованы.
でホテルの仕事といってもですね、いろんな仕事があるんですが、まあ、例えば受付フロントのお仕事とか、あとはホテルの中にあるレストランでのサービスの仕事とか、あとはベッドメイキングですとか、そういった、まあ、勉強をしっかりできるように学校の中に、まあ、実習室ご用意しています。чему учат в этом колледже? Во-первых, работать на администрации, да, на приеме туристов, выдавать им ключи, записывать, вести базу данных туристов. Вот. Потом в ресторанах, работа в ресторанах и работа по уборке комнат. で、こちらのコースでも、他のコースと同様に日本語の勉強、あとは、まあ、Excel とか Word とか基本的なパソコンの操作についても学ぶことができて、まあ、ホテルでの就職を目指していきます。И, конечно, кроме отельного дела вам будут преподавать и японский, и IT. Все это тоже входит в этот курс. Вот я сейчас хочу поинтересоваться, какую же визу планируется выдавать студентам после этого курса. この hotel の学部を卒業した人はどんなビザになるんですか？ビザの種類としては、同じですね。擬人国と言われる、就労の在留資格になります。特定技能ビザもあるんですけれども、ホテルには、それではなくて、基本的には擬人、はい、擬人国での就労を目指していきます。Чтобы работать в отелях, есть два вида виз. Один виз – это виза специальных навыков, и другая виза – это международное дело. Так вот, после колледжа, после их факультета отельного, будет виза международное дело. Это намного выше, чем виза специальных навыков. Здесь вы можете работать не просто 5 лет и уехали, а долгое продолжительное время, пока вы будете на работе. 続きまして、姉妹校の成田筑波航空専門学校で勉強できる、エアラインコースですね。はい、こちらは、まあ、空港であったりとか、あとは物流業界、はい、での就職を目指していくコースになります。И еще у нас есть один интересный институт. Это Нарита авиалинии. Вот. И здесь есть факультет наземное обслуживание аэропорта. Это подойдет для тех, кто хотел бы работать в аэропорту и быть, так сказать, связан с авиаперевозками. Вот. Такое интересное, но очень стабильное предложение. Во-первых, поток туристов планируется, что будет увеличиваться и увеличиваться, и для работы в аэропорту будут постоянно требоваться люди. Второе – это стабильность, зарплата хорошая в аэропорту и международная среда. Давайте расспросим поподробнее. Курева, гутайтеки не донна шиготу не скундеска? Хай. 空港の仕事といってもですね、いろいろあるんですが、まあ、そのいろんな仕事の中でも、特に航空貨物の取り扱いの仕事を目指していけるコースになっています。はい、なので具体的には、例えば、お客様が、まあ、機内に運び込んだ貨物、まあ、大きなトランクであったりとか、あとはですね、まあ、大きいのだと、まあ、例えば車とか、まあ、小さい荷物とかいろいろ飛行機では運ぶんですけど、そういうのを安全に積んだり安全に下ろしたりといった作業の仕事を目指していく勉強をしていきます。 Конечно, для работы в аэропорту требуются определенные знания. Наш факультет наземное обслуживание аэропорта готовит специалистов по грузовым перевозкам, которые занимаются контейнерами, частным багажом и всем, что связано с обслуживанием вот этого вот направления. Давайте следующий слайд посмотрим, и там как раз вы поймете, о чем идет речь. А в основном этот факультет подойдет, наверное, больше для молодых людей, чем для девушек. Дансей даки дискане. Это ですね, その grand handling, まあ, 仕事の分野としては女性も活躍している分野です。で、実際、今在校生としても、女性の方も在籍しています。Но, кстати, нет, не только для парней. Он говорит, что и есть несколько девушек тоже в их колледже. いいですね。
ちょっとまだ、まあ、珍しい分野、まあ、こういう勉強できる専門学校はとても少ないと思うので、もし、まあ、空港での、仕事を興味ある方はぜひご検討いただければなと思います。Ну, таких факультетов не очень много в японских колледжах. Думаю, что в этом плане наш колледж уникальный. で、こちらのコースもね、エアラインの勉強以外にも、日本語、ごめんなさい、ビジネス IT、まあ、日本語の勉強も、しっかりしていきます。И на этом факультете мы тоже ввели дополнительные предметы и по IT, и по бизнесу, и по японскому языку, чтобы человек был всесторонне развит. で、そうですね、こちらが、まあ、ちょっと補足になるんですが、主に空港の中でも、貨物の取り扱いの勉強をしていきます。Выпускники нашего колледжа будут работать в основном с грузом, загрузкой грузов и багажа и с контейнерами. はい、次。続いて、はい、いいですか。すいません。はい、就職のお話をしたいんですが、まあ、専門学校卒業したら、まあ、就職をしたいという人がほとんどだと思うんですが、私の学校でも、まあ、様々なサポート、就職サポートをしています。で、具体的には、まあ、会社さんの説明会の案内とか、エントリーシートの出し方とか、面接の練習であったりとか、そういうのを就職サポート専門の先生が行う体制を整えています。В нашем колледже есть специальный кабинет, где готовят к трудоустройству. И уже начиная с последнего курса, мы помогаем найти компанию, необходимую для трудоустройства. Помогаем заполнить резюме, отправить это резюме. Тестируем с вами собеседование и затем направляем студента на это собеседование. の進学も検討している方もいるかもしれないので、ちょっとまあ比較としてのお話なんですが、大学だと基本的に就職活動はまあ自分自身がどんどん動いて進めていくっていうのが多いかと思うんですが、私の学校の場合はその就職サポート専門の先生がいるっていうのが大きな違いで、まあ、その先生とあとは担任の先生も含めていろいろ相談をしながら進めていけるっていうのが大きな特徴です。Обычно, если студент поступает в университет, то трудоустройством он занимается сам. А что вот касается колледжей, в Японии, как правило, в колледжах идет полноценная поддержка по трудоустройству. То есть здесь есть и кабинет вот для трудоустройства, и есть классный руководитель, который вас курирует, и наработанные связи, которые помогают вам трудоустроиться. Ма, иронна кайшата, но... つながってるので関係もあると思うんですけれども、はい、就職しやすいところですね、はい、そうですね、私の学校は、まあ、結構前から留学生の受け入れを行っているので、まあ、卒業した学生がすでに就職している会社さんとのつながりであったりとか、そういうのもたくさんあるので、就職には一つ自信を持っています。はい、で、まあ、さっきからこの数字何かなと思っている方もいると思うんですけど、まあ、就職を希望している方の中で、まあ 90% 以上の人は大体毎年ですね、就職日本の会社で内定もらっています。これは留学生ですか？留学生だけの話です。 90%、 92%、 что это, как вы думаете? Это вот процент трудоустройства не всех студентов, а только иностранных. То есть видимо, остальные 8% выбрали что-то другое. Может быть, вернулись домой, может быть, передумали жить в Японии. Ну, то есть это довольно-таки высокий процент. Можно быть уверенным, что да, что работу тебе найдут. で、一つ補足をしたいのが、このデータがですね、まあ、2020年となってるんですが、去年の卒業生に関してはどうしても、コロナウイルスの影響で少し就職率下がりました。はい、あと今年これからまあ卒業を控えている学生も今、結構苦戦しています。はい、なんですが、まあ、これから入学を考える方に関しては、まあ、早くても、2年後が就職になりますので、まあ、その時までに状況が収まっていれば、まあ、いつも通りの就職率になるんじゃないかなと思います。あの
пока данных за 2021 год у нас не было, но они немного просели, многие студенты все-таки вернулись домой. Ну, если вы сейчас смотрите нашу презентацию, то, скорее всего, планируете трудоустроиться в Японии через года 2-3-4, и поэтому могу с уверенностью сказать, что у вас будет опять высокий процент трудоустройства, и что-то по душе вы себе найдете. あとは右下にですね、主な就職先、載せてます。まあ、IT の企業もちろん、携帯電話の会社とか、あとはサービス系、まあ、ホテル、空港、レストランとか、あとは何か物を作る製造業ですとか、あと中にはね、金融系の会社に、まあ、銀行とかにね、就職する方もいらっしゃいます。А вот в левом углу видите небольшие айкончики такие, это виды компаний, в которые студенты могут трудоустроиться.По IT, разные связь, телефоны, в отели, в аэропорты, в магазины, автомобильные компании, на предприятия по производству товаров и, возможно, даже финансовые компании. で、続いて、就職活動以外の、生活のサポートについても簡単にご紹介したいんですが、まず1番ですね。まあ、JLPT N1 と書いてあるんですが、在学中に N1 合格した方は卒業の時に5万円もらえるという奨学金制度がございます。В нашем колледже мы преподаем японский язык, и самым старательным студентам, кто до конца колледжа получит JLPT первого уровня, выдается премия 50 000 йен. Ну, здорово!Все равно учиться надо, экзамены сдавать надо. Очень приятно, когда за твои же старания тебе еще отблагодарит твой колледж. いいですね。はい。はい。で、N1 合格はまあもちろんとても難しいんですが、あの5万円もらえるだけではなくて、やはり就職の活動の時にとても有利になるので、頑張ってもらえればなという意味合いで作った奨学金制度です。で、他にも JLPT の試験受けるのに、まあ、日本円で5500円ぐらいするんですが、そちらもですね、3回分は基本的に学校の方で負担しているので、まあ、無料で試験を受けることができます。あ、本当ですか。Почему мы сделали еще вот эту премию 50 тысяч йен? Потому что когда ты трудоустраиваешься и показываешь, что у тебя первый уровень, на тебя работодатели уже смотрят абсолютно по-другому. И еще дополнительно, так как экзамен стоит около 6 тысяч йен, наш колледж взял на себя эти расходы. И сдавая экзамен JLPT, вы не только сможете получить премию, но еще и бесплатно его сдадите.続いてまあ2番3番寮とあとアルバイトについてはですね、まあ必要であればもちろんサポートできる体制整っているので、まあ詳しいことを聞きたい方は後で、ご質問いただければなと思います。Ну и конечно, когда есть общежитие, когда есть где жить, ну хотя бы это может быть и первый год, то это очень придает уверенности и стабильности в жизни. Подработка тоже, школа помогает. Ну и последнее, биоинтегрированность. А, そう。四番は、まあ、病院、病気、怪我した時とかのサポートっていうのがあって、まあ、病院行ったら当然お金がかかるんですが、そこで、まあ、いくらかかりました。あとこういう病気でしたっていう紙を病院でもらって学校に申請をしてもらえると後からまあかかったお金をお返しできるっていう制度があります。Ну вот сопровождение в больницу, такой еще есть нюанс. У каждого студента есть страховка, и после того как вы получите медицинскую помощь, вы сможете расходы, несмотря на то, что они уже и так по страховке.Еще их свести к нулю. То есть вот такая система есть. はい、ありがとうございます。あとは、まあもしね、入院とかをしてしまった場合、まあ、国にいる親御さんが心配すると思うんですが、まあ、そういう時に例えばお父さんが日本に来る時の飛行機チケットのお金とか、あとは日本で泊まるホテルのお金とか、そういったのも負担できるようになっています。Интересно еще то, что эта страховка покрывает приезд ваших родственников в Японию. И авиабилет оплатят одному из родителей, и даже отель. Вот
в случае вашей болезни, если вы заболели и попали в больницу, и вот нужно будет пригласить родителей. Но мне кажется, вот сейчас в период таких пандемий это очень-очень актуально. Не, коронавирус на то кини, сугоку, кукурузиойне. Содесне. Хай. で続きまして、学費のお話ですね、はい、学費は1年目で73万円、はい、でこの73万円と別に、教科書代行事費が6万6000円必要になってきます。でどのコースも同じ金額です。Наш колледж, он относительно недорогой по сравнению с другими японскими колледжами. Можете вот еще раз поинтересоваться у Юрия, да? Вы выбирали по сравнению с другими колледжами, смотрели на цены? Недорого, да, здесь? Дешево. Обычно где-то 800 тысяч, 900, вот. Ну вот у них такая цена, 730, причем это на всех факультетах. Дополнительно нужно будет оплатить за учебники и за материалы 66 тысяч йен. А есть разбивка в два этапа? А, この金額は一括払いですか？はい。今から実はお話しようかなと思ってたんですが。Интересно, это вот нужно сразу заплатить или есть разбивка? はい。あの私の学校の場合は分けて払うことができるようにしています。でその回数がまあ1年間の学費全部で5回に分けて、納入が可能です。で、まあこれはあくまでですね。ロシアから直接専門学校に留学したいっていう時のお話になるんですけど、またまあユーリさんみたいに日本語学校卒業してからの場合だと少し変わるんですが、直接入学の場合だと5回に分けて入学が可能です。Если вы живете сейчас в России, у вас есть уровень японского N2, или вы были в Японии и доучились до уровня N3, то вы в этот колледж можете поступить напрямую, без языковой школы. В этом случае у вас будет разбивка годовой оплаты аж на 5 платежей. Ну, первый платеж, видите, такой большой, 460, да, 6 тысяч йен, это примерно 5 тысяч долларов. А следующие платежи уже идут довольно-таки мелкие, которые можно будет здесь спокойно, можно говорю, спокойно заработать на подработке. いいですね。ありがとうございます。はい。これもまあ一つ私の学校の特徴かなとは思います。はい。なのでまあ最初、COE もらった後の学費はまあ半年分なので少し大きいんですが、入学した後は分けて納入していただくことができます。で、続いて、試験のお話ですね。でこちらも、先ほどと同じようにまあ、ロシアから直接専門学校に入りたい場合の試験のお話になります。はい、で、その場合、まあ、オンラインでですね、面接だけの試験、を予定しています。はい、で、その時に、まあ、こちらからお聞きしたいなと思っているのが、Интересно, что в эту школу можно поступить из России по собеседованию онлайн. И о чем вас будут спрашивать на собеседовании, это рассказать о себе, о своих сильных сторонах и для чего вы хотите изучать ту или иную профессию, с какой целью. で、この、まあ、オンラインの試験の名前が自己 PR 入試という名前なんですが、この自己 PR っていうのが、まあ、日本だと自分のいいところを積極的に話してください。将来の目標だったりとか、そういうのをあのどんどんお聞きしたいなという、面接になっております。И даже вступительные экзамены называются не вступительными экзаменами, а самопиаром. はい。はい。で、こちら後でもお話しするんですが、まあ、選考料2万円っていうのが事前に必要になってきます。Вы должны будете перевести 20 тысяч йен и за экзамен, и после этого вас зачислят в школу. で、続いてですね、まあ、今の試験を受けるために必要な条件なんですけど、まあ、2つの方法があります。で、1つが、すでに JLPT N2 以上合格している方、この方問題なく在留資格の申請ができます。でもしくは、日本語学校卒業している方、この方でも問題ないです。Все как написано в презентации.
в этот колледж можно поступить из России, GLPT N2 необходим, либо сертификат школы японского языка в Японии. まあ、もう少し詳しくお話しすると JLPT の N2 もしくは EJU でも、日本語の、ところだけで200点以上取っている方であれば大丈夫です、はい、で日本語学校の方も、1年以上の課程を、卒業している方であれば、問題なく申請ができます。 В прошлом году многие студенты от Гакуру вернулись в Россию, вернулись, не достигнув каких-то своих целей в Японии. Случилась пандемия, заболели родители, кто-то, может быть, потерял работу, по какой-то другой причине пришлось уехать. И вот проучившись в Японии год, получилось так, что... а дальше-то что делать? Хотелось бы вернуться, и не знают, то ли опять приезжать в школу японского языка, то ли, может быть, сразу можно в колледж поступить. Дело в том, что в Японии, когда ты делаешь визу, раз в год тебе дают визу на 2 года, раз в жизни. И проучившись год, у тебя остается только 1 год этой визы. А бывает, что человек проучился 1.5 года и остается всего лишь 0.5 года визы, на которую можно приехать в Японию. И вот если раньше мы таким студентам отказывали, все, поучился, все, теперь уже мы ничего сделать не можем. Нужно было... якобы стараться раньше, думать раньше. А сейчас вот есть вариант колледж. То есть можете либо в России до JLPT N2 доучиться, либо, если у вас уже есть N3, то приехать сюда, но уже в колледж, не в языковую школу. Но это и лучше, потому что сразу пойдете потом трудоустраиваться. その直接ロシアからもし専門学校入りたいという時の流れになるんですが、基本的にはね、日本語学校に留学したいという時と同じ流れになります。まず試験受けるための準備をしていただきます。で、ここで必要なのが、必要な書類というのは左側の下の青い四角の中ですね。はい。そして、合格した後、在留資格、留学の在留資格の認定を受けるための申請書類の準備をしていきます。で、この時にね、学ルの先生に、サポートしてもらうという形になるかと思います。В колледже теперь можно поступать через Гакуру. Если раньше это были только японские языковые школы, то теперь у нас вот появился еще и колледж. Документы несложные, визу получить, сложно, но реально. Вот планирование поступления. Для вас все расписано. Начинать нужно заранее, за 0.5 года. И к апрелю можно будет приехать и начать учебу. Джа, има карадато мо райнен но 4月ですね. そうですね. 今年の4月はちょっと間に合わないので、来年の4月に向けて、夏ぐらいから試験を行う予定なので、その案内を今準備しているところです。В 2000, получается, 22 году в апреле вы уже поступить в колледж не сможете. Остается теперь 2023 год, апрель. Документы нужно готовить желательно с июля. То есть уже с 2022 года, с июля, нужно готовить документы на апрель 2023 года. Гири-гирива сангацумаде деска? Гири-гири ицумаде? ギリギリ12月ぐらいまでに、お話しいただければそこからまず入学試験を行って申請の書類を準備して、то есть если бы вы в декабре нам написали на Гакуру, то вы с апреля смогли бы поехать уже в колледж. То есть с июля по декабрь 0.5 года это время для поступления в японские колледжи. で、今の時期のお話で注意していただきたいのが、どうしても申請が遅くなると、その分結果が来るのが遅くなって入国が遅くなってしまうという可能性があるので、それだけあらかじめご了承いただければなと思います。 Рассмотрение документов в эмиграции занимает 2 месяца, поэтому присылайте документы побыстрее, вы побыстрее получите результат. А сейчас мы хотим перейти уже... Какие там еще слайды следующие?
уже долго мы с вами разговариваем, у ребят скопилось много вопросов, и я передаю слово Сунамама. А вопросы, где вопросы взять? А, вот мне передают вопросы. Ну, здорово, что вы смотрите. Очень много пришло вопросов от ребят, и давайте с вами немного пообщаемся. Ну, я считаю, он так усанки машта, но да, суредеима, что-то щитсмонкона. И мы хотим позвать Юрия тоже, и Юрий тоже будет отвечать на наши вопросы. Так, первый вопрос. Что входит в оплату школы? Страховка, билет, жилье за свои деньги? Или что-то входит в стоимость, кроме учебы? Гакухину накаде, нанаджусаману накаде, нанихайтурундеска, хокен, кокукен, сумае, атова, хокани, особи. 730 тысяч йен – это оплата за колледж, и это только обучение. Это только за школу. Это только за школу, да. 730 тысяч – это только за школу. Юрий, а ты сколько платил? Только платил. Столько платил, да? Ты вот отдал одной суммой, и все, да? Ну, нет? Не одной суммой. Разбивка также была. Разбивка была? Ты за полгода, наверное, да, первый взнос внес? Точно уже не вспомню. Ну да, постепенно все заплатил. 460 тысяч, да, как они написали, первые полгода, а дальше будет разбивка. Да. Ну, ясно. Камера на ИЧИГА. Дайгаку. Можно ли поступить в университет в Японии сразу после окончания школы? Чутто, ано симон гаку нива канкинайши симон нан деску киридомо, нихонго гаку оваттара дайгаку демо хайреру деска? Мочирон. Ано, нихонго гаку сосугё штара, ма, сентакуши тоште ва дайтай сенмон гаку э шингаку суру ка, ма, дайгаку э шингаку суру ка тэю ката га ой то моимасу. Вопрос от Андрея Левчука. Как происходит поступление, какие требования и условия? Ну вот у нас Юрий поступал недавно. Расскажи, как все это было. Подробно. Какие были требования, да? Что сначала нужно было сделать? Нужно было заполнить документы, подать их, собственно, в колледж, пройти собеседование, ну и дождаться ответа о том, что ты зачислен или нет. Но это трудно было или как? Ну, быстро ты все это сделал? Ну да, это было весьма быстро все сделано. Буквально сбор документов пару дней занял. Ну и, собственно, передача документов в колледж тоже. Потом они назначили собеседование, да? Да. А что спрашивают на собеседовании? Спрашивают, какие цели. Ты что сказал? Совершенствование в японском языке, поиск работы в IT-сфере. Угу. Это моя цель. Ну, все как есть, да? Да. Все как надо. Понятно. А требования к языку были? Как таковых требований не было. Нужно было какой-то тест дать или просто документы от школы, что ты здесь ходишь, учишься? Ну, школа передавала еще свои документы о посещаемости, об успехах в учебе. Uh-huh. Ну и, собственно, на самом собеседовании нужно было все это рассказать, естественно, на японском языке. Uh-huh. А ты тренировал где-то собеседование? Ну да, с учителями в языковой школе немного потренировались при собеседовании. Uh-huh. Боялся? Нет. 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 Так, дальше опять вопрос от... С каким уровнем ты приехал? С нулевым. С нулевым, практически, да. С нулевым. Ну, практически с нулевым. ДН-5, думаю, не доходил даже. Юрий целый год учил японский, но учил японский сам. Поэтому он очень сильно скромничает, когда говорит, что с нулевым. Все-таки человек занимался дома, да.
Какие нужно иметь параметры на переезд и поступление? Можете что-нибудь сказать? На переезд куда именно? В свое жилье или в Японию? В Японию. Я тоже не знаю, что иметь в виду. Затрудняюсь ответить. Так, следующий вопрос. Виктория, расскажите, пожалуйста, про спортивные мероприятия. Есть ли в школе спортивные секции? Сэмонгаку, мата нихонгу гакко де ва ундо суру башо аримаска, мата ундо но сакур га аримаска. 残念ながら学校の中、学校の敷地としては、運動できるスペースはないんですが、まあ、近くに公園が日本は結構たくさんありますので、まあ、そういったところで学生は時々遊んでるっていう話は聞きます、はい、でサークルはちょっと今のところはないですね、はい、ただ、日本語学校は後でご紹介あるかと思うんですけどイベントとかいろいろあるので、まあ、そういったのに、まあ、みんなで参加するっていう機会はたくさんあります、まあ、近くのジムとかフィットネスとか、うん、あと千葉県のなんか施設とかバスケットボールとかバレーボールとかスイミングとかできると思うんですけど、空手とか、はい、あの公共の施設がたくさんあるので、そういったところは基本無料で使用することできます。無料か300円ぐらいとか。Но в Японии очень много разных мероприятий, связанных со спортом от государства. Это и государственные спортзалы, и стадионы, и парки. И вы можете найти любую секцию и записаться. И относительно за небольшие деньги, примерно 300 йен в час, вы сможете посещать и бассейны, и фитнес-клубы. В принципе, с этим в Японии все хорошо. Вот я, например, сама хожу на теннис. Вот. Могу посоветовать. И Андрей тоже ходит на теннис. Так, следующее. Опять Андрея Левчука. Имеются ли какие-то вступительные экзамены? Ну, мы уже это ответили. Экзаменов нету. Есть собеседование, которое называется самопиар. В сфере IT есть ли направление 3D-дизайна или моделирования? IT-гакубу дева среди дизайн тока на модель кей но гакубу аримаска? Среди. Среди. Веб-дизайн については簡単には勉強するんですけど、3D をしっかり勉強するっていうコースではないですね。Нет, такого направления в этом колледже нету. Есть небольшие общие знания по веб-дизайну. Какие крупные компании принимают на работу в аэропорт? Эапото, но оно кайша но намае ошейте тадакимасенка. Шушоку декиру кайша. Кайша тоштева, ма, житва, има, мада жисеки ва наин десне. Коно рюгаксе но коусу га декита но га, кёнен но 4月。で今1年生しかいないので、実際に留学生が就職した会社っていうのはないんですが、学校としてはもともと主に日本人が勉強しているコースっていうのがあって、そこでの実績としては例えば、日本で有名な航空会社 JAL の系列のグランドハンドリングの会社とか、あとは ANA の系列のグランドハンドリングの会社とか、そういったところに就職しています。成田エアポートの、そうですね、成田空港もあるし、会社もあるし、はい、はい、日本の空港で就職しています。Факультет для иностранцев был открыт относительно недавно, и поэтому пока выпускников именно иностранцев никуда не трудоустроили. Но я могу с уверенностью сказать, что это все получится, потому что сейчас наши японские студенты работают в таких крупных аэропортах, как аэропорт Ханеда, аэропорт Нарита, и в двух крупных авиакомпаниях, авиакомпания JAL и ANA. Это японские компании. И перед тем, как готовить эту презентацию, я набила в Гугле краудфандинг. Грандо хандринг. Такое это название катаканой, да? Граунд — это земля, а хандлинг, да, приземление. Ну, что-то такое, да. Вот. И, ну, довольно-таки было много объявлений, начиная от
2100 долларов в месяц до 3-3,5. И объявления давали, ну, самые разные компании, и даже авиакомпания, там швейцарские авиалинии, и я видела, что наши ребята уже работают в аэропортах на американских авиалиниях, и там есть и DHL тоже, которые этим же занимаются. В общем, ну, работа таки стабильная, я хочу сказать, что стабильная. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Насколько возможно найти подработку в сфере IT, либо на неполный рабочий день в IT-компании? Ано, IT, но арбайто, не цуйте. То сорика IT, но кайша нан дакидо, ханничи, даке шигото шушоку декиру. Сойнова аримаска. Арбайто ка ханничи даке ньюша суру. ですね、おそらく学生の中には自分で調べて何かしらその IT 関係のアルバイトしてる子はいるんじゃないかなと思うんですが、そのちょっと学校の方で今までやり取りがあって、まあ、例えば学生が希望した時に紹介できるような会社はちょっと申し訳ないですが私は知らないんですが、はい、ただまあ探せばそういうのもあるんじゃないかなとは思います。думаю, что студенты, которые занимаются IT, они уже сами находят себе такие подработки. Но если вы обратитесь к нам, мы вместе с вами поищем вам такую подработку. Так, следующий вопрос. Муши, гаксейга, чанто бенкё штинай баева, никай мэй ни, онаджи бенкё сасэру кото шимаска, оставляют ли на повтор в вашей школе? На второй год? Нет. Нет? Нет. Переводят? Не слышал о таком. Нет у вас таких прогульщиков? Нет? Най? Ну вот в других школах оставляют на повтор. Если ты 3 месяца прозанимался, не сдал тест как следует, то тебя могут на повторное обучение оставить. Но вот в школе Мейсей говорят, такого нету, что все студенты молодцы, хорошо сдают тесты и, видимо, их переводят. ないですか？テストうまくいかなかったらもう一回同じ復習する。復習はまあ自分でやってねってなると思うんですけど、その再テストとか、どうしてもその進級するため、まあ、卒業するために必要な試験が合格点に達してなかったらもう一回試験ですっていうのはあります。У нас не оставляют на повторное обучение, у нас просто дают время, чтобы ты сам позанимался, и у тебя будет повторный тест. Итак, следующий вопрос. Обязательно ли сначала поступать в колледж или можно в университет? Сэмонгако не хайте сурикара дайгаку хайру. Котомо дикимаска. Сурика, сэмонгако хайранай де, чоксетсу дайгаку мо икерун деска? 中には専門学校入って、まあ、卒業した後に大学にもう一回一から入るっていう方もいらっしゃいます。はい、そういう方はまあ、そうですね、あまり多くはないんですが、はい、で日本語学校卒業して大学に進学する方はまあたくさんいらっしゃいます。Есть такие случаи, когда можно поступить в школу японского языка, после нее в колледж, и после колледжа поступить в университет. А можно популярнее всего, конечно, случаи, когда после школы японского языка поступаешь сразу в университет. Можно поступить в колледж с уровнем N3. Это было на слайде. На слайде был слайд с N2, но вы сказали с N3. Презентейшн на КД N2 で入学しなきゃいけないって書いてあったんですけれども N3 でことで言ったんでどっちですかって N3 のこと N3 で日本にいるから N3 で入れる、はい、あそうですね、はい、はい、そうですね、もし今まで日本への留学したことない人、日本語学校とか行ったことありませんっていう方で
専門学校に留学したいですという方は N2 以上が必要です。ただし最初に日本学校に留学します、日本学校卒業しますという方に関しては、その日本学校卒業するときに仮に N2 を持ってなくても、仮に N3 を持ってなくても、試験を合格すれば専門学校に入ることはできます。Те студенты, которые учатся в Японии, они должны дойти до уровня N3. И с этим уровнем N3 они могут поступить в колледж. У тебя как было? Ну, так же. Так же, да? Ты сдал N3 или внутренний тест? Внутренний тест сдал, N3 немножко не хватило. Немножко не хватило. А те студенты, которые сейчас находятся в России и еще не ездили вообще в Японию, у них нету ни сертификата японской языковой школы, они могут приехать в Японию сразу в колледж с уровнем N2. Но вот могу заверить то, что даже если вы не успели сдать N3, но находитесь сейчас в Японии, то как Юрий можете поступить по внутреннему тесту школы в этот колледж. Если студент пропускает уроки по болезни, это повлияет на посещаемость? Мошибёки де шусекири цуга. Варуи. どうするんですか？そうですね。病気の、はい。病気の場合は、例えばインフルエンザのような、出てはいけませんっていう、学校に行ってはいけませんっていうような病気の場合は、出席率はそのまま下がらないになるんですけど、他の病気でどうしても例えば入院してしまいましたとかっていう時は出席率の影響してきます。残念なんですが、はい。ただし、何かしらの配慮は、できるので、あとは就職の時、専門学校なのでその後就職考える方がほとんどなので、その時に会社さんが、どういうふうに思うかっていうところかなとは思います。Если вы плохо посещаете, то это влияет, конечно, на визу. Вот. И в общем, складывается о вас негативное впечатление потом при трудоустройстве. Но если вы заболеете, у вас есть какие-то справки, то уже на усмотрение школы. Какие-то болезни не зачитываются, какие-то засчитываются. То есть лучше, конечно, посещать как следует школу и не болеть. Хай. Ну все, у меня все вопросы. Юрий, спасибо вам большое. Спасибо. Да, удачи вам в колледже. Думаю, что 92% трудоустройства. Не попадите в те 8. Постараюсь. Будем рады с вами встретиться после трудоустройства. Я тоже. Да. Так, тогда я передаю слово. Видео, включаем видео. Да. И смотрите, это видео еще одного нашего студента Дмитрия, который учится в этой школе и рассказывает о своей жизни. Смотрите, пожалуйста. Изначально я, конечно, приехал, я жил в общежитии школьном, а сейчас снимаю домик небольшой недалеко. Домик? Да. Но звучит как-то круто. Я из Москвы, там родился и жил, а мне 37 лет, и сейчас как раз учусь здесь. Работаете, но не на японцев, а что? На нашу, на русскую компанию, да, просто на удаленке работаю. Мотивация давно уже зародилась, захотел посмотреть страну, а подготовка в плане материальном уже заняла, наверное, около года, что ли. По сравнению с другими студентами, вы чувствуете разницу в возрасте, они быстрее или нет? Да нет, я думаю, одинаково, да. Вы программист? Да. С каким уровнем вы приехали? С нулевым или? Практически с нулевым, да. Были только курсы по N5 и, к сожалению, больше ничего не успел. Двухэтажный? Двухэтажный. На первом этаже у вас, наверное, офис, да, на втором спальня. Да, да, все именно все так и есть. Ух ты, круто. Да, очень удобно получилось. И недалеко относительно, всего лишь несколько остановок от школы. Школа такая новая. Светлая. Мне здесь всегда нравится. В Японии всегда всем рекомендуют выбирать что-то новое, потому что японцы же быстро все это перестраивают. Отели перестраивают и школы.
добрый день. Сегодня мы находимся в школе Мейсей и поговорим о том, что здесь вообще происходит. Как вам здесь, в этой школе? Замечательно. На N5 легко ли ложится японский относительный? Как вот вам? Я думаю, да. К тому же у нас здесь замечательные учителя, поэтому волноваться абсолютно не о чем. Нам все объясняют подробно. Никаких проблем не было. С N5 до чуть больше года. Что можно изучить? Простой разговорный японский. Грубо говоря, это, собственно, основа, то, чтобы уже общаться, чтобы понимать, чтобы можно было хотя бы какой-то диалог поддерживать. А по каким вы учебникам занимаетесь? Вот как раз мы находимся тут в библиотеке. Тут очень много учебников, видимо, студента берут. Смотрят. Сейчас у нас идет учебник это G-Bridge, в основном для разговорной. Для разговора G-Bridge, да? То есть очень хорошо преподают. А домашние задания по нему задают? Да. Все, что нужно, и все есть. То есть вы какие-то... И диалоги и слушаем, и разговариваем. Диалоги слушаете, и дома, да, эти диалоги разбираете? Да. Слова новые прописываете, да? Да, но слова у нас и в другом учебнике. Еще какие учебники? Ну, хорошо, разговорные. Канджи. И точно такой же учебник есть еще и со словами. Угу. То есть словами запас тоже набираем. И... Ну, за год, да, N2, начать уже перейти на N2, ну, довольно-таки быстрый темп, да? Да, у нас очень хорошо обучают, так что движемся семимильными шагами. Быстро. А траю вас нихонго на рюкушке на N3, то есть да. Сейчас вы как изучаете... раз заканчиваем. N3 это порядка сколько иероглифов, надо знать? По-моему, около 800. 800? То есть вы приехали N5, там буквально 100 же, да? Да. И сейчас уже 800, то есть за год 700? Ну да, это да. Сколько вы прописываете в день? В день около 10, но у нас получается, у нас не каждый день идут канджи, у нас чередуется, поэтому у нас где-то около 10 иероглифов. И на неделе тогда 30, да? 30, ну, около 20. Того, около 30-40. Как снежный ком, да? Да, да, да. Растут, их нужно повторять. А у вас есть какой-то ваш вот именно способ иероглифы учить? Я в основном предпочитаю заниматься именно по принтам, которые нам дают, это очень удобно. Ну и, конечно, еще можно использовать различные приложения, которые тоже очень удобно повторять, запоминать. Самая такая сложность, кроме иероглифов. Для меня именно запоминание всего информации, вот именно, чтобы все это запомнить, чтобы все это потом реализовать как-то. Вот это, пожалуй, самое сложное. Новые слова, да? Все это уложить в голове. Еще у вас год остался, да? Нет, к сожалению, у нас уже выпуск будет в марте. И что вы собираетесь делать? А я поступил в Симагако, колледж местный в Мэйсэй, и буду там дальше учиться. Как раз по профилю IT. Обязательно японский будет, и даже до уровня бизнеса обещает подтянуть. Так что будем надеяться. А для чего вам это надо? Ведь у вас уже вот работа есть. Я хочу здесь остаться, поэтому хочу продолжать работу, чью деятельность здесь. Поэтому собираюсь здесь доучиться, а потом посмотрим. То есть вот вы учитесь в колледже, да, потом... Чтобы получить рабочую визу, нужно же либо высшее образование в своей стране, либо в колледж в Японии. Да. Ну вот вы выбрали, да, колледж да, в Японии. Да, я решил здесь закончить. А что это за факультет? Это IT-бизнес. Я слышала, что у школы Мейсей японского языка при поступлении в колледж есть какие-то преференции, какие-то скидки, да, можно да. там... Именно скидки дают. По рекомендательному письму поступить или что у вас? Как в вашем случае? У нас получается, что скидка очень хорошая выдается именно тем, кто с Мейсей поступает. А экзамены были? Нет, у нас собеседования нет. Собеседование. Вы пришли уже, да? Да. Трудно было? Сначала да. У нас было собеседование в июле, и тогда моих знаний совсем не хватало на собеседование. Ну, учителя подготовили, помогли. То есть вы еще с июля начали, да? Да, да, да. То есть у нас поступление идет именно заранее. Угу. А по сравнению с другими колледжами, вы как-то сравнивали при цены, что там, условия поступления? Примерно то же самое, да. Именно по колледжам примерно то же самое. Но это получается дешевле, чем в университет поступать. Угу. Поэтому с колледжем попроще.
Ну, ясно. Нас часто спрашивают, как поступить вот в колледж без экзаменов. И как? Без экзаменов. А такое возможно? Ну, вот вы говорите по собеседованию. Да, но это все-таки как бы поступление от именно своей школы, поэтому даже не знаю. N3 требовали? Нет? На уровне N3 разговор не должен быть, да. Или внутренний именно... тест от колледжа на уровне N3? Нет, нет. Именно вот они по собеседованию уже все решали. То есть одно собеседование? Да. То есть там проверяли полностью свои навыки, как вы можете общаться, что можете рассказать о себе, что можете спросить, узнать о колледже. А с вашего потока вот сейчас сколько человек, ребят, идет в колледж? У нас 80%, наверное, уже поступило, да. И наши русские тоже есть? Да, конечно. В колледж идут? Да. Многие тоже выбрали и наш МСА, тоже по программе IT будут, и сейчас некоторые выбрали другие колледжи. Сколько там учиться? 2 года. Такие широкие классы, это так и есть, да? Вот вы в таком большом занимаетесь? Да, практически все классы это именно большие. Нету никаких этих перегородок из-за того, что школа новая, большая, да, позволяют себе делать малочисленные классы. Да, ну по одному человеку на парту очень удобно, места хватает всем. Как в университете практически. Ну одно дело приехать посмотреть как турист, но вы-то же не как турист, или вы хотели как-то закрепиться? Я хочу здесь жить, да. Поэтому приехал изучать язык, узнать побольше о культуре, о стране. Но вообще Япония затягивает, особенно через год, как бы не хочется уезжать, это наступает такая, как первая стадия, что вроде бы ты понимаешь, как жить здесь, все уже сложности первые ты прошел, но потом еще будут другие сложности, ну, возможно, разные, да. Отрицание Японии, опять принятие Японии, да что я тут делаю. У вас еще такого нет? Нет, еще, у меня такого не было. Еще пока. Некоторые говорят, что сразу через месяц после приезда, но я как-то не ощутил. Мне наоборот кажется, что приехал, здесь все так удобно сделано, все так для людей качественно. Так что мне здесь очень даже понравилось. А зимой не холодно? Вот у нас как бы в Москве такие хорошие квартиры, там тепло. А вот не согласен с этим. А здесь вот у них как? Холодно, холодно. Но ничего, всегда есть кондиционер, который согреет. Как вы на выходных проводите время? Тоже в Кашеве в своем? В основном, да. У нас там недалеко очень хорошее, красивое озеро обустроенное. Там прогуляться очень приятно, да и на велосипеде покататься тоже. А почему вот выбрали не токийские школы, а вот здесь вот в Чибе, недалеко от Токио? Очень удобное местоположение. То есть оно вроде как недалеко от Токио находится, но в то же время это и не Токио. То есть более спокойно, намного удобнее. Ну что, ребята, мы вернулись. Мада. Всем привет еще раз. Мада, нанде. Пасокон. О. Мачкадасай. Иинじゃない? Сено. Ну что, ребят, большое спасибо, что вы посмотрели наше видео. Как живут студенты, как они рассказывают про замечательный колледж, про школу МСИ, да, в которой мы сегодня находимся. Мы находимся в Чиба. Сегодня это недалеко буквально от Токио. И у нас уже сколько? Уже 17:44 на самом деле, но мы продолжаем. И сейчас мы поговорим о образовательной системе, о школе более еще подробно. До этого у нас были достаточно большие такие длинные дискуссионные моменты, да, но в любом случае мы завершаем их и продолжаем теперь о школе говорить. Ну что, поехали. Хай, онагашимас. Хай, минасан, конбанва, конничива десу не, Москва на жиган ва. Ваташ тачи ва има йору десу, конбанва десу. Хай, има кара нихонго гаккоу но сецуме о шимасу. Ну что, у нас, как я уже сказала, вечер. Вот, и возможно, что у вас может быть еще утро или день. Вот, и начинаем рассказывать о школе Мэйсэй. Хай, дева, мазу нихонго гаккоу. Ваташ тачи нихонго гаккоу о мотте имас. Сакиходо ва сэнмон гаккоу но сецуме деша. Има кара ваташи ва онажи сэнмон гаккоу но нихонго ка но сецуме о шимас.
До этого Елена, да, разговаривала как раз с представителем колледжа, ну а теперь мы поговорим именно о языковой школе. Ну и, конечно, для того, чтобы приехать именно в языковую школу, поступить, то студентов просят иметь уже при себе достаточно невысокий, но базовый уровень языка, например, N5. はい、どうして日本語学校かと言いますと、日本語学校を卒業した後、進学をしたい人は少なくとも N3、 大学を希望する場合は N2 以上が必要です。 Ну и почему именно нужно приезжать с базовым уровнем языка, а не, например, с нулевым, да? Потому что дальше очень у многих есть перспективы поступить в колледж сети, да? И поэтому, конечно, чтобы успеть за два года выучиться с уровня N5, например, до N2, конечно, лучше, если вы приедете уже с базовым уровнем или даже выше чуть-чуть базового уровня. 日本で就職をしたい人、その方はもうちょっとレベルが高く N2 もしくは N1 が必要となります。 Ну и для тех, кто хочет трудоустроиться в Японии, очень важно иметь уровень N2 или даже N1. Это вам поможет для большего поиска подработки, для более лучшего результата. 日本に来る前にロシアでしっかり大学などで勉強している人は N2、 N3持ってる人たくさんいますね。 ただ大抵の人は日本に来るとき初級レベル N5 ぐらいで日本に来ることが大半です。 Ну и еще раз повторим о том же, нам важно, чтобы вы приезжали действительно не с нулевым уровнем языка, для своего будущего, именно для того, чтобы дальше вы смогли и трудоустроиться, или поступить в колледж, или в университет. Поэтому для того, чтобы вам было проще, еще раз, да, и удобнее, то давайте все-таки учить японский язык, приезжая от базового уровня и доходя до высоких таких моментов, да, до высот, до вершин. はい、では私たちの日本語学校コース3つあります。 1つ一番今から早い入学受付ができるのが7月生、東京明星という学校で7月生の受付をしています。 Три курса у языковой школы – это апрель, октябрь, июль. Сейчас на данный момент заканчивается как раз-таки вся основная подготовка документов для тех, кто поступает на апрель. Буквально остались последние дни, и следующий уже набор будет в июле, далее в октябре. はい、7月生は1年9ヶ月日本語学校で勉強します。 В июле, если вы приезжаете, то полное обучение у вас будет длиться год и 9 месяцев. その次の入学期は10月期です。10月生として1年と6ヶ月勉強します。 И полтора года у вас получается обучение, если вы приезжаете с осеннего семестра, то есть с октября. 最後は4月生。4月生は丸々2年間日本語を勉強します。 Ну и если приезжаете с апреля, то это самый длинный срок обучения, 2 года. 4月が一番近い入学だと思うんですが、今からだと4月生の入学、今から留学を考えるとちょっと間に合わないかな。 Ну и если, конечно, вы планируете ехать на апрель, сейчас уже последние дни перед окончанием подготовки документов к весне, но следующий набор июль, дальше октябрь, поэтому на июле-октябрь вы успеваете. ただ特別に学類を通してロシアの学生、千葉の明星学校でしたら4月生も相談に応じて入学受付しています。 Ну и подавая заявку через Гакуру, как раз-таки достаточно много студентов приезжает, очень популярная школа, особенно в Чиба. Вот. И ребята, на апрель действительно очень много заявок, поэтому мы ждем следующие заявки на июль и на октябрь. はい、千葉の学校、東京の学校言いましたが、私たちの学校は2つ日本語学校があります。 Ну и повторимся еще раз о том, что школа находится как в Токио, так и в Чиба. Сейчас у нас эфир идет как раз-таки из Чиба. Токио-но-гакко-га-токио-мэйсэй. Коре-га-7-гатсэй-но-укэцкэ-о-штэ-имас.
токийское отделение, которое так и называется Мэйсэй, для вас более привычное, да, название, вы можете туда поступить как раз-таки самый ближайший срок, это июль, так что подавайте заявки. はい、千葉の名声と言われるのは今は NKK 日本国際工科と言います。Чиба уже не называется Мэйсэй, они немножко переименовались, у них более длинное название, да, это японский интернациональный институт кибернетики, да, теперь называется именно так. Но все знают Мэйсэй, да, но будьте внимательны именно туда, куда вы подаете заявку, да, школа одна и та же, но имеет два разных наименования теперь. はい、で私たちの学校は1年目の学期から分割払いができる学校です。Плату в школе вы можете произвести по полугодиям, и стоимость обучения сейчас у вас на экране показана. Обратите, пожалуйста, внимание. 2年間の学費はスクリーンに画面に出ている通りですが、1年目の1回目の学費分納すると432,500円、その金額で入学ができます。И при поступлении в школу вам нужно оплатить обязательно 432 500, цены указаны в иенах, и после этого уже возможно поступить в школу, приехать в школу. 入学後6ヶ月以内、前期が終わるまでに残りの32,6500円払っていただきます。Ну и следующая, вторая половина оплаты, это 326 500. Цены также, повторю, да, указаны в иенах, вот, поэтому оплатить по полугодиям в этой школе, повторю еще раз, возможно. これはロシアのエージェントを通して申請してくる学生だけの特別の分割です。他の国の学生には認めていないので内緒にしてください。Ну и обратите внимание на самом деле, что именно для русских студентов школа предоставляет оплату в два этапа. Для других иностранных студентов такого нет, поэтому даже это считается таким небольшим секретом. はい、では学生生活ですね。当校では、ちょっと待ってくださいね。はい、私たちの学校は2 полгода, первый с апреля по сентябрь и второй с октября по март. 各学期に2回テストがあります。中間テスト、期末テスト。И два больших теста в семестре проходят как раз-таки те, которые являются важными для перехода на следующий этап обучения. 授業の時間は午前のクラスと午後のクラスがあります。Если вы занимаетесь в школе Мэйсэй, то у вас будут занятия или утром, или в дневную смену. これは午前と午後のクラス、希望で選ぶことはできません。テストを受けてそのレベルに合ったクラスで午前か午後が決まります。Но, к сожалению, выбрать именно я хочу заниматься, например, утром или я хочу заниматься днем невозможно. Нужно обязательно сдать тест, и по результатам теста вас распределят либо в утреннюю группу, либо в дневную. はい、学生生活のもう一つ皆さんが興味あるのはアルバイトですね。Ну и, конечно, очень важный аспект – это подработка для студентов. 当校の学生、いろんなところでアルバイトしています。コンビニエンスストア、レストラン、あとは工場でひたすら同じ作業をして、あまり日本語できない人でも働ける場所です。Подработку можно найти для студентов даже с не очень высоким уровнем японского. При самом начале обычно у нас много вопросов. Я приезжаю, у меня достаточно низкий уровень языка. Что мне делать? Смогу ли я найти подработку? Да, школа помогает найти подработку даже для тех, кто приезжает достаточно пока не с сильным уровнем японского языка. で、画面の案内の方にごめんなさい。アルバイトは1週間20時間と書いていますが、これは28の間違いです。ごめんなさいね。Да, вот ярко-розовое такое пятно, да, в середине слайда в неделю разрешено работать 20 часов. Ну, в среднем 20 часов и так получается, но в действительности 28 часов, правда, разрешено работать по правилам. Поэтому 28 часов в неделю плюс обучение. Посмотрите, какая у вас насыщенная жизнь, да, ожидает, сколько всего интересного вас ждет. でも私個人的には学校の先生としては大体20時間ぐらいがベストです。あまりアルバイトばかりしていると勉強できません。日本語力なかなかつかなくなるので1週間20時間ぐらいを目安でアルバイトしてほしいと思います。
Конечно, самое идеальное – это как раз работать 20 часов, как говорит Роусан, для того, чтобы у вас был идеальный баланс и обучения, и подработки. Но еще раз напомню о том, что работать 28 часов не запрещается в неделю. はい、学生のルールを守ってアルバイトすると1ヶ月にだいたい12万円から14万円は必ずだいたい収入としてもらうことができます。около 120 тысяч йен студент получает с подработок, именно работая, ну, примерно 25, наверное, да, часов, 28 часов в неделю. Вот, эта стоимость хватает, в принципе, эта сумма, да, хватает на то, чтобы оплатить и общежитие, и для еды, для, конечно, в принципе, наверное, небольших прогулок, в том числе, этих денег хватает. ただこの金額だけでは学費も払って生活費も払ってそして遊びに行くお金絶対払えません。学費だけは事前にしっかり貯金をしてもしくは経費支弁者にお願いをして払ってもらってください。Ну и конечно, Роусан, да, предупреждает о том, что очень у нас есть много вопросов всегда. Можно ли с подработки полностью заработать, например, на сумму для того, чтобы для оплаты, да, следующего семестра, к примеру. Ну, не рекомендуют японцы все-таки так делать, это достаточно рискованно. Если есть у вас уже какие-либо дополнительные сбережения и немножко подкопить с арубайта, да, с подработки, это вот самый, мне кажется, оптимальный вариант. では入学に向けてですね、まず最初に日本に留学をしたいと思ったら、学ルのマネージャーさんとしっかり相談をして留学プランを立ててください。Ну и давайте посмотрим, как можно спланировать свое обучение. Обращайтесь к нам, да, в компанию Гакуру. После этого, когда вы получите анкету, мы с вами поговорим, проконсультируемся, вы расскажем, какие документы необходимы для поступления. Обязательно представители школы МСА проводят собеседование. Вот, и об этом сейчас мы поговорим немножко подробнее. そこで必ず確認してほしいのは、日本語学校を卒業した後の進路、どう考えているのか、どうしたいのかを必ずしっかり相談してください。Ну и на собеседование самое основное немного рассказать о себе на японском языке, чтобы японцы послушали, как вы владеете японским языком. Ну и основной, самый частый вопрос, который звучит на собеседовании, какие ваши дальнейшие планы, какие планы вы строите после окончания учебы. Поэтому перед собеседованием обязательно подготовьте ответ на этот вопрос. Хай, その次、2つ目のステップですね。そこで初めて私が登場します。Ну и, конечно, первый такой шаг, да, к приближению мечты, поездки, это, конечно, собеседование, да, о котором мы сказали, и Роусан, на самом деле, всегда уделяет этому очень внимательно, много времени, поэтому, если вы планируете ехать в Мэйсэй, готовьтесь, что собеседование будем мы с вами вместе проходить вместе с Роусан. Ярошико ногашимас, ребята. Има ва онлайн де хитори хитори но менсец о шимас. Мижикай хито де дайтай 15 фун, нагаку те о ханаши мотто таксан кикитай хито ва 30 фун гурай хитори ни кагете шиккари менсец о шимас. Ну и еще один момент про собеседование. Проходит оно обычно в Zoom или Skype. Минут 15 достаточно для того, чтобы понять общую картину о студенте, с ним познакомиться и так далее. Но некоторые представители могут с вами поговорить более долго, например, 30 минут. 私との面接は日本語のテストではありません。ただ、日本語で話してほしいのは自己紹介だけ。日本語でどれぐらいできるかな、知りたいです。Но не беспокойтесь, 15 минут, 30 минут, да, я сказала. Наверное, сейчас все испугались в комментариях, наверное, много вопросов, что же делать. Но на самом деле, самое основное — подготовить джикошокай, то есть о себе, немного рассказать о себе на японском. Ну и в дальнейшем наши менеджеры, я, например, или моя коллега, всегда готовы помочь, ответить на вопросы, которые задает школа. Поэтому ваше время на выступление 2-3 минуты, все остальное время это уже свободное общение. Не пугайтесь, наоборот, чем больше вы будете в спокойном состоянии, тем даже будет лучше и естественней. Хай. では3つ目ですね。面接も終わって無事にじゃあ日本に留学してくださいってなった時に、学部のマネージャーさんと相談して書類を用意してください。
Ну и после успешного собеседования, после первой консультации с Гакуру, дальше нам важно собрать весь пакет документов, сделать переводы на японский язык. Насчет этого помогаем обычно мы, да, менеджеры Гакуру. И после этого мы передаем все на полную проверку в школу. И школа, как только нам говорит, да, все в порядке, вы присылаете нам оригиналы, и мы вас подаем уже в иммиграционную службу, да, для того, чтобы подтвердить результат. Я надеюсь, что он будет всегда успешным. はい、じゃあ次に日本に留学を決めたら考えてやってほしいなと思うこと3つここに書いてます。Итак, прособеседовались, много всего прошли. Какие основные три этапа, которые нужно обязательно держать у себя в голове, да, будем так говорить, давайте посмотрим. まず留学準備として日本語を少しだけでいいので自分で勉強してきてください。Например, обязательно, как мы уже сказали, лучше изучать японский язык, начальный, да, базовый уровень у себя в стране, и затем уже с этим базовым уровнем приезжать в Японию, да, для поступления в языковую школу. А ですね、母国で開催されている日本語コースでもいいです。プライベートティーチャーでもいいです。あとはオンラインのコースとかでも参加でもいいです。それでも何でもいいので日本語の授業を始めてください。Конечно, изучать японский самостоятельно достаточно сложно, поэтому мы рекомендуем наш курс от Гакуру, базовый курс японского языка, как раз-таки который направлен для того, чтобы вы могли изучить базу, получить сертификат, который нужен для того, чтобы вы поступили в языковую школу. Это как один, мне кажется, из оптимальных вариантов. なぜこれをこんなに必要かと言いますと、実はあまり知られてないんですが、日本に語学留学、日本語学校に入学するためにも、事前に150時間の日本語の勉強をしていることが入国管理局から求められている条件なんです。Ну и почему нужен и важен этот сертификат? Потому что иммиграция, да, запрашивает именно и школа тоже также просит отнестись к этому достаточно серьезно и получить базовый уровень языка 150 часов, например, на курсе или, возможно, изучая его с частным педагогом. この150時間というのはだいたい N5 相当のレベルの勉強時間と言われているので、それを150時間勉強していれば N5 レベルとみなされます。もしくは母国で開催される JLPT の N5 チャレンジして受けてみて受かったらラッキー。Ну и, конечно, вариант со 150 часами – это самый оптимальный, но если вы планируете, к примеру, сдать JLPT на уровень N5, то это, конечно, самый лучший вариант. Да, к примеру, занимались, сдали, то вместо справки, вместо сертификата 150 часах вы можете показать сам сданный тест. Да, это, конечно, самый лучший вариант. JLPT N5 受かっていれば、私50時間しか勉強してません。大丈夫。Если вы сдали JLPT N5 и при этом задаетесь вопросом, нужно ли мне, например, все 150 часов пройти, а я, например, только 100 прошел, нет, не нужно. То есть либо сертификат 150 часов, либо сданный уровень JLPT N5, например. そしてもう一つ大事なこと、N5 レベルがあることについて必要なことは、もちろん0レベルからでも私たちの学校クラスはあります。ただ、N5 レベルからスタートできる方が卒業までによりゴールに近いです。卒業までの目標 N2、専門学校だったら N3 ですね。それでも全くの0で始めるよりも N5 からスタートする方が2年間、1年9ヶ月、1.5 年、どのコースでも目標に近づきます。Безусловно, в школе есть уровень с нулевым, да, нулевой уровень языка, то есть группа с нулевым уровнем языка. Но если у вас в дальнейшем, всегда школа просит задуматься, если в дальнейшем у вас, к примеру, стоит очень высокая цель, к примеру, поступить в вуз, в колледж, найти работу, да, то, конечно, приезжать абсолютно с нулевым уровнем, согласитесь, достаточно тяжело и найти подработку все-таки, и достаточно тяжело адаптироваться, и, возможно, за 2 года можете не успеть дойти до уровня N2, поэтому, конечно, если есть базовый уровень языка, приезжая с ним, у вас уже есть большой-большой потенциал успеть все свои планы, которые вы задумали перед поездкой в Японию. じゃあ次は学生寮について簡単に説明します。
Ну что, поговорили о школе, поговорили о таком достаточно сложном моменте, как приезжать не с нулевым уровнем языка. Давайте посмотрим, где же живут студенты школы Мэйсэй. 先ほど説明のあった、専門学校の方でも寮の紹介はあると思うんですけれども、まず日本語学校の学生さんに向けて、特にロシア系の学生に向けて特別にドーミーというとてもいい寮をご用意しています。 У школы есть несколько общежитий. Одно из комфортных общежитий называется доми. Давайте вот про него и посмотрим. まず簡単に言うと、家賃が1ヶ月5万円です。 Стоимость жилья в отдельной комнате 50 тысяч йен за месяц. この家賃の中には光熱費水道すべて込みです。 И вот подсказывают мне о том, что полностью коммунальные услуги также входят в эту стоимость. ドーミーのいいところは各部屋の中に自分のWi-Fiがあります。 В комнате также есть Wi-Fi. Wi-Fi料金ももちろんこの5万円に込みです。 Ну и оплата Wi-Fi идет отдельно, это 5000 йен. Wi-Fi料金, Wi-Fi のお金が家賃に含まれています。 Прошу прощения, я ошиблась. Это все тоже входит в стоимость, то есть и Wi-Fi, и коммунальные услуги входят в эти все 50 тысяч йен. なので寮に入ったその日からインターネットを使って母国の人に連絡取ったりできますからね。 То есть вы приезжаете в Японию, заселяетесь, приезжаете в Японию в школу, заселяетесь в общежитие, уже у вас там внутри есть Wi-Fi, вы сразу можете быстро ориентироваться, да, это, конечно, очень удобно. あと希望者には1ヶ月12,000円を家賃にプラスでご飯を1日2食つけることできます。 И обратите внимание, дорогие наши будущие студенты, о том, что именно в этой школе есть такой бонус, как питание включено, общежитие с питанием, представляете? То есть вы доплачиваете плюс 12 тысяч йен в месяц, и получается, что полностью у вас целый комплект уже готового такого жилья. じゃあ次行きましょうね。はい、こちらが学生そのドーミーの写真ですね。 Ну давайте посмотрим теперь фотографии. 日本らしい大浴場なんかもあるので、もし日本のお風呂の文化を体験したかったら、ぜひドーミーで大浴場入ってください。 Посмотрите обязательно о том, что здесь даже есть небольшая такая общественная ванна. Да, это очень традиционная тема как раз в Японии, и даже вот в общежитии, представьте, от этой школы абсолютно, мне кажется, идеально все встроено и очень красиво выглядит. このドーミーについて詳しいビデオが実はドミトリーシャモフさんがビデオ投稿の学生を撮ってくれているので、そちらもぜひ見てみてください。 Ну и про общежитие более подробно вы можете посмотреть на канале у Дмитрия Шамова, с которым мы уже достаточно давно сотрудничаем, вот, и видео замечательное, там полностью показано, как обустроено общежитие, обязательно загляните на его канал. はい、以上かな。はい、では学校の説明は以上となります。この後質問受け付けます。 Ну и мы на этом заканчиваем рассказ про школу, и если у вас остались вопросы, то мы готовы на них ответить. Вопросы есть? Да, есть. Да, уже можно. Сейчас мы ждем тогда Елену, она к нам присоединится, и мы ответим на ваши вопросы. Если поступать на октябрь, экзамен на N5 сдавать только в июле, возможно ли успеть подавать все документы на поступление с июля, или можно подать документы раньше, а экзамен N5 сдать позже? Интересно. Сходосны. Ну, нурёкшики не цуетешится мангари маштану, да... そうですね. Если 10月 行きたい時は N5 は 12月 になります。それは一番どうし。そしたら 150時間の勉強の方で頑張ってください。 でももし 4月、7月から、
もう7月の試験間に合いますよね。そうですね。そうですね。7月の試験も受けて、そうですね。うんそうですね。12月のは間に合わないな。うん。Если вы сдаете, к примеру, в декабре, да, на рёкушикен, то есть GLPT экзамен, то, конечно, лучше всего, ну, в принципе, получается так, что, конечно, лучше всего его сдать, но на октябрьский семестр вы, скорее всего, не успеете, потому что если у вас, к примеру, нету именно справки 150 часов, то как бы чем вы себя сможете подстраховать, да, тут вот именно в этом вопрос идет. Но если вы сдаете его, например, в июле и поступаете в июльский, да, как раз к июльскому семестру, то, в принципе, успеть можно. Так, еще у нас были вопросы. Угу. Так, сейчас будем искать, немножко тяжело. Со скольки до скольки лет можно поступить? А, そうですね。あの何歳から学校に行きますか。若い方の年。そうですね。あ、母国で高校は卒業してきてください。何歳までですか。上については上限は今のところありませんよ。Поступить в языковую школу можно после того, как вы заканчиваете 11 классов языка обычной школы, да, в собственно у себя, например, да, в России, вот и такого вот возрастного ограничения, в принципе, студентов, которые, да, приезжают, может быть, там 40 лет и так далее, в принципе, нет, школа говорит. Ичибан тоши юри. Годжухасай но ката ита кана. Годжухасай десу. Хай. А то, сайкин дева, има нюкоку о матте курете иру гаксей де 43-сай но ката мо ирашаймасу не. Ну, вот мне сейчас Русан подсказывает о том, что возрастные студенты действительно есть в школе, например, 58 лет. Интересно, да, наверное, спросить, из какой страны этот студент, да, и также вот за 40 лет в том числе студенты на данный момент ожидают приезда. Соно катава, ано, русский деска. Русский дес. А, русский. Вот говорят о том, что это русские, поэтому, видите, возрастных ограничений в принципе нет, поэтому, наверное... 58 лет, отчигаймас. 58 лет, да, это не русские, но вот за 40 лет это как раз-таки студенты, которые ждут въезда, русские, поэтому, в принципе, приезжать можно даже и в этом возрасте, почему бы нет. Так, еще у нас есть вопросы. Помогает ли школа с регистрацией в МИИ, медицинской страховкой, как это происходит? Соответственно, татое было, оно... Нихон ни итта токи ва мочирон ано это сунде иру токоро ва ано тотемо тайсетсу на хокенши тока аримасу токи ва ано саппото аримасу на дотокура. Мочирон, мочирон дес. Ано гаксей стаффу, гаксей саппото но стаффу га иру ноде, ано нюкоку шита гаксей нива жумин тоурок тока, хокеншоу тока. Ато ма сакки Йошиока му итте машта кередо, гаксей но бёйин саппото му ятте масу ноде, соко ва аншин ште ките кудасай. Да, безусловно, школа готова помочь и со страховкой, и, к примеру, если вам нужно пойти в больницу, или, к примеру, вам нужно зарегистрироваться, да, абсолютно со всеми этими вопросами вы можете обратиться в школу, и специальный кто-нибудь из сотрудников может вас сопроводить, да, и пойти вместе с вами. В этом, в принципе, проблемы нет. Так, еще есть вопросы? Есть ли ограничения... возрасту. Спасибо. Еще раз, пожалуйста, скажите про стоимость обучения. А, そうですね. Ано もう一度あの学費について質問がありますので、もっと具体的に画面共有できるかな。はい、学費についてもう一度言いますね。1年目に必要な学費が75万9千円です。ただそれを当校は特別に入学時に分割できるようにしていますので、75万9千円を半分よりちょっと違う、半分ではないんですけど、2つに割って、1回目の支払い、入国するまでに必要なお金は43万2500円。
Ну, давайте еще раз повторим, да, об очень важной теме, конечно, как стоимость обучения. Если вы приезжаете в школу, вы можете оплатить в два этапа. Первый этап – это обязательный платеж 432 500, да, который показан, может быть, сейчас на экране, может быть, нет, не уверена. Вот. И в любом случае, это первый взнос после того, как вы получаете от иммиграции положительный результат, да, о том, что вы можете приезжать в Японию, да, вам нужно, собственно, этот платеж произвести. Далее, следующие полгода немножко дешевле получается, 326 500, цены указаны в йенах, да, этот платеж за второе полугодие вы уже можете осуществить, находясь уже непременно в школе. Надеюсь, что еще раз повторив, да, сейчас ответили на этот вопрос. Так, еще у нас есть вопросы? А, соответственно, гугуну красу, то татуеба гугуну красу ва нанджи кара нанджи маде деска? はい、午後のクラスは午後の1時半から夕方5時までなりますね。Вопрос здесь у нас был от Маришки Games. Да, спасибо, на самом деле, Мария, что вы нам пишете. Спасибо, что ходите, кстати, на наши курсы. Да, у вас буквально, по-моему, сегодня начало идет. И хотела бы сказать о том, что еще раз повторить, что есть утренний класс, есть дневной класс, и, например, студенты дневного класса обучаются с половины второго до пяти вечера. Асану классу? Асану классу ва аса 9 кара киру но 12 жан маде. Ну и если утренний класс, да, раз мы про дневной сказали, то с 9 утра до половины первого. То есть получается, что в школе есть две смены, утренняя, да, и дневная. でどちらの午前も午後も1回の授業は45分間です。45分間の授業で休憩あって45分休憩、45分休憩、1日4コマやります。4 урока по 45 минут и как раз таки и с перерывами для того, чтобы вам было удобнее. Так, еще у нас есть вопросы?専門学校の年齢制限は上ですよね。上の方ですよね。下はもちろん日本に留学するためには高校卒以上、母国で11年12年間学習なきゃいけないので、上は多分上限はないと思いますが、入国管理局の審査に通りやすい通りにくいと言われているのが大体40歳の壁があります。Вопрос здесь также был по поводу того, что поступать в языковую школу с каким возрастом можно, да, какой предел есть, какое начало, да, с какого возраста. Вопрос был также про колледж, да, в том числе, поступать, когда можно, собственно. Ну, обязательно в любом случае школу закончить нужно. Поступать до какого именно возраста можно, например, в колледж, в принципе, опять же, не ставит какие-то ограничительные рамки. Ну, 40 лет, наверное, самая такая вот ограничительная рамка возможна. Но, в принципе, нет такого, что вот четкое правило только до этого возраста. ただ一番大事なのは、そのいくら年齢が高かったとしても、留学の目的、計画、あと卒業後の進路をしっかり説明ができれば、そこは入国管理局でも当校に申請する学生は結構通ります。Самое важное для студентов, которые поступают, к примеру, старше 30, обязательно написать, почему, по какой причине вы едете. То есть это мотивационное письмо очень-очень важно. То есть его нужно описать не в двух словах, а желательно прямо написать сочинение. И менеджеры Гакуру всегда помогают, на самом деле, написать эти сочинения, да. И, в принципе, это, наверное, является такой важной основой действительно для приезда. Да. Еще вопрос? Против вас играет один кол Виталик. Так. Чтобы приняли на работу в области маркетинга или IT, достаточно ли закончить языковую школу и искать работу в этом направлении, или требуется дополнительное местное образование в этой области? IT то маркетингу еще куштай токива, сорвану нихонгу гакко суцугё шта, то сугу еще кудеки маска. 母国で大学を卒業していますか? Конечно, сразу вопрос
Вопрос на вопрос, да? Вопрос возникает какой? Закончили ли вы университет, к примеру, да, есть ли у вас высшее образование? Если у вас есть высшее образование, это один вариант. Если нет высшего образования, это другой вариант развития. 就労ビザ の, あの規定上、やはり母国で大学卒業していたら、まあ、すぐ就労ビザの申請できるんですけれど、高校卒業以上、高校卒業専門学校ですと、やはり日本語学校の後に一つ日本で高等教育が必要になります。それが専門学校が大学になりますね。Ну и рассказываю теперь два этих варианта. Первый вариант, если у вас есть высшее образование, то закончив языковую школу, да, действительно, вы можете попробовать устроиться, да, по, собственно, специальности, да, о которой мы говорим. Либо, если у вас нет высшего образования, без высшего образования, к сожалению, работу не найти, тогда есть выбор поступить, например, в колледж тот же, и заканчивая колледж, при окончании уже начать искать работу, да, то есть вот такие два варианта. Поэтому уточните, после языковой школы с высшим образованием вы хотите найти работу или после языковой школы без высшего образования есть ли возможность найти работу, да, тогда, наверное, будет более точнее. Так, еще вопросы? А то, 就職にすごい一番大事なことは日本語力がやはり入社試験、あの会社に受かるためにあの試験でやはり N2 と言われていますけど、最近の事情だともう N1 ですね。N1 がないと結構入社試験難しいと言われてますね。Ну и, конечно, также продолжая немножко тему о работе, о поиске работы, то вот Росан подсказывает о том, что даже если у вас есть высшее образование, конечно, высокий уровень языка от N2 очень важен, и в последнее время даже лучше иметь N1, поэтому нужно, конечно, здесь очень-очень постараться. Ай, соответственно. Дайже, ну что, ребят, наверное, сегодня на этом мы, на этой такой позитивной теме о подработках, о теме работы, будем... Ай, 1年6ヶ月が10月入学になってしまうので Ну и вопрос очень интересный, да, о том, когда, в каком семестре вы поступаете, действительно ли успеете, например, подготовиться к вашей цели, да, определенно, потому что, например, если вы поступаете... 1年6ヶ月だと10月期入学なのでね. Да, если вы поступаете на курс, к примеру, на полтора года, то, возможно, не успеете подготовку сделать полностью к университету, потому что могу подсказать о том, что университетская подготовка и все вот основные моменты начинаются примерно с августа, начала сентября и, в принципе, длятся практически до начала прямо зимы. Вот, поэтому это нужно обязательно учесть и, наверное, выбрать именно то время, когда лучше всего подстроиться для поступления в университет. Соответственно. Ну что, на этом, наверное, все. Вопросы еще есть, Елена? Подскажите нам. Вопросов сегодня очень много. Каунтしますか? 仕事まあ、その学習してきた分野とかそういう PR アピールするためにはあって悪いことはないと思います。ただ専門学校の卒業資格だけでは日本に来てすぐ就労の申請はできないので、やっぱりそこがあのワンクッション、日本で高等教育専門学校が大学をもう一回行かなくちゃいけなくなってしまいますね。
Вопрос очень интересный, мне кажется, и важный, да, потому что в последнее время у нас очень много заявок студентов, которые планируют поступать в языковую школу с не высшим образованием и в дальнейшем, возможно, хотят сразу трудоустроиться. Да, еще раз напомню о том, что трудоустроиться без высшего образования, к сожалению, нельзя в Японии, поэтому если у вас есть среднеспециальное образование, например, вы закончили колледж, то, в принципе, это не очень сильно влияет на то, что будете ли вы в дальнейшем как-то использовать, да, эту специальность, если не будете ее именно продолжать в Японии, изучать именно в японском колледже. То есть вот этот аспект, он очень важен. То есть у вас есть возможность поступления в языковую школу и в дальнейшем сразу перейти в колледж, например, да, как в школе Мэйсэя, о которой мы сегодня рассказываем. Спасибо, ребят, за очень много вопросов. Я старалась также отвечать на ваши комментарии в процессе. Да, мы приглашаем еще раз Елену для уже, наверное, итогового такого, да, подведения сегодняшнего нашего эфира. Спасибо большое, что вы нам пишете. Продолжайте изучать японский на наших курсах. Да. Еще раз я бы хотела сказать о том, что у нас идут постоянно новые наборы в группы с нуля, а также есть донабор в группы не с нуля, поэтому пишите нам, пишите Елене, мы вас оформим, мы готовы и будем, конечно, ждать самого основного открытия границ. И передаю слово Елене и Роса. Ну что, спасибо большое. Сегодня стрим у нас получился довольно-таки длинный. Была новая информация, это о поступлении в колледж напрямую из России. Для тех ребят, кто отучился в Японии, вернулся в Россию, но хотели бы вернуться в Японию еще раз, или для тех ребят, у кого есть N2, и они хотели бы в Японии учиться. Это вот была новинка. Такого нет еще ни у кого. Ни у кого. Да, у нас есть, как сказала Марика, курс японского языка edujapan.ru. Наши стримы идут по субботам без остановок. Вот в таком режиме мы путешествуем по разным школам, приглашаем разных учителей. У нас будут запланированы и весь февраль, и в марте будут подобные презентации. Будут опять возобновлены розыгрыши. Да. Следующий эфир у нас будет с розыгрышем подарков. Вот. Ну и Япония понемногу начинает пускать иностранных студентов. Вот буквально вчера была информация, что студентов по государственным стипендиям начинают пускать. И обычно, как только эта новость пройдет, через месяц начинают пускать частных. Ну, возможно, в какой-то очередности понемногу начнут пускать наших ребят. Поэтому не отчаивайтесь, ждите. Некоторые школы проводят онлайн тоже бесплатные занятия. Спрашивайте, если вам интересно, и о них. Росан, нани ка итай кото аримасу ка? Хай, хитоцу даке. Токио мэйсэй 7月生 укецуке штеймасу. А то, еще один, Чиба но мэйсэй 4月 ни доуштемо китай хито, соудан してください。4月？はい。4月。ロシアの学生だったら、まあ2月末ぐらいまで受付相談します。相談しましょう。Информация от Росан. Последний набор на апрель 2022 года. На апрель все школы уже закрылись, но в школе Мэйсэй еще по-прежнему идет набор. И до конца февраля они обещали, что еще примут несколько студентов. Поэтому, кто ребята видит, что хотели бы поехать как можно быстрее, готовьте документы, мы вас примем. Официально набор идет на июль в школе Мэйсэй в Токио, и затем у нас октябрь. Вот. Ну, до встречи на следующем эфире в следующую субботу, также в 10 часов по московскому времени. Пока-пока. Пока-пока.